Кстати, в конце прошлого года президент Владимир Путин поставил перед чиновниками задачу за несколько лет вернуть Россию к росту экономики выше среднемирового темпа, составляющего около 3% в год. Достичь этой планки поможет не только крупный, но и малый средний бизнес. Эксперты отмечают, небольшие предприятия лучше реагируют на изменения конъюнктуры, быстрее приспосабливаются к конкурентной борьбе. Главная проблема, особенно для начинающих свое дело, недостаток знаний и опыта. Решить ее помогают различные площадки. Одной из таких стал Курский бизнес-форум, прошедший в Мегагрине. Спикеры в основном молодые курские предприниматели, уже добившиеся успехов. Например, ученый Андрей Яцун, основатель компании, которая представляет на рынке экзоскелеты собственной разработки. Среди выступающих и приглашенные гости Алексей Верютин, эксперт по созданию внеконкурентного бизнеса, владелец нескольких питерских компаний. Не нужно обладать сверхтехнологичным каким-то умом, либо знать супер-супер технологии, там, допустим, тот же Илон Маск, да, он уже не разбирается в космонавтике. Но при этом он знает стратегии, с помощью которых можно создавать продукты, которые будут побеждать те продукты, собственно, которые вступали в конкурентную борьбу. 10 часов делового общения и выступления организаторы бизнес-форума отметили. В спикеры приглашали только авторов успешных проектов, обладающих опытом использования антикризисных технологий. Раскрыть свой потенциал, найти работу и забыть о проблемах здоровья. Эти и другие темы обсудят в рамках Всероссийского форума преодоления. Он проходит в Курске 20 и 21 апреля. Его участниками стали около 1000 юношей и девушек со всей России. Люди с ограниченными возможностями нередко ограничены в обществе. Справиться с трудностями, адаптироваться к открытой жизни – как раз помогают мероприятия форума. И очень важно, чтобы эти люди были включены в социальную жизнь, в достойную жизнь. И вопрос не только о здоровье, вопрос о том, какими гражданами они станут, смогут ли они не только получить документ государственного образца, но научатся заводить друзей, смогут создать семью, найдут работу. Например, в Курске будущую профессию получают более 500 особенных студентов.